В регионе продолжаются работы по обновлению дорожной сети. В этом году в Волгоградской области отремонтировано 150 километров асфальтового покрытия. На 90 из них проведена капитальная реконструкция. На улице Ангарской в Волгограде вовсю идут ремонтные работы. Реконструкцию 7-километрового участка трассы подрядчик ведет с опережением графика. Уже на 70% уложено выравнивающее асфальтовое покрытие. Водители говорят, разницу почувствовали сразу. Едем нормально, здесь хорошо сделали. Нам нравится. Более-менее уже приводится в порядок. К тому же я еще здесь часто езжу, и мне это очень приятно. Как и положено по технологии, сначала строители отфрезеровали магистраль, то есть убрали старое дорожное полотно. Потом уложили выравнивающий слой крупнозернистого асфальта. И только после этого закатка финишного покрытия. На каждом этапе строгий контроль. Ежедневно лаборатория осуществляет операционный контроль материалов, которые выходят из завода именно асфальтобетона. Вот. И здесь уже сотрудники лаборатории делают ежедневно практически замеры, вырубки раз в 3 дня. И, соответственно, мы контролируем полностью на 100% то, что мы сделали. Вопросов, претензий, я думаю, не будет. А это уже 100% готовый участок трассы Волгоград-Саратов-Сызрань в районе поселка Ерзовка Городищенского района. Технология такая же, гарантия не менее 4 лет. Водители уже неделю ездят по новому полотну и вспоминают, какая здесь раньше была дорога. Когда было до этого, это просто существование. Едешь, не изнемогаешь, но сейчас более-менее реально. Ну, раньше она была очень ужасная, а сегодня прям прекрасная. Отлично. Этот год действительно стал беспрецедентным для областной дорожной сферы. Благодаря договоренностям губернатора Андрея Бочарова с руководством федеральных ведомств, госпомощь на ремонт увеличилась почти вдвое, до рекордных 4,6 миллиарда рублей. Сейчас специалисты областного Минтранса проводят оценку выполненных объемов. На сегодня уже можно констатировать тот факт, что Волгоградская область в этом году отремонтировала больше 150 километров автомобильных дорог, в том числе капитальным ремонтом около 90 километров. Обновились целые участки трасс в Московском и Саратовском направлениях. Капитально отремонтировано 3 мостовых перехода. Масштабная модернизация продолжится и в следующем году. Такую задачу губернатор поставил перед профильным ведомством. Говоря о планах на будущий год, тоже можно сказать, что есть определенная договоренность между правительством городской области, лично Андреем Ивановичем Бочаровым, с министром транспорта Российской Федерации, с руководителем Федерального дорожного агентства, и финансирование увеличится практически в 2 раза. Предварительно согласованная сумма 7 миллиардов рублей федеральной поддержки. Кроме областных трасс, активно начнут реконструировать в следующем году и дороги в городе Волгограде. Речь идет об улицах, включенных в программу подготовки к чемпионату. На эти цели планируется направить порядка 4 миллиардов рублей. Это средства федерального и областного бюджетов. Людмила Кухарева, Андрей Истомин, телекомпания «Актуба».